Дорогие друзья, участники международного конкурса «Поэзия ангелов мира», я рада приветствовать вас от Департамента духовной культуры Ассамблеи народов Евразии, которая с 2020 года поддерживает международный арт-проект «Ангелы мира». Я поздравляю всех с окончанием поэтического конкурса и рада, что, несмотря на все сложности международных коммуникаций, в этом году были участники из других стран. Ассамблея народов Евразии всегда поддерживает международные коммуникации, поддерживает всех, кто готов сотрудничать в сотворчестве, в решении совместных творческих задач. И надеемся, что этот наш вклад поможет сделать наш мир лучше. Мы очень рады, что жюри конкурса возглавляет член Ассамблеи народов Евразии Эльдар Ахадов. И мы желаем Эльдару Алихасовичу здоровья, сил. Его опыт жизненный, творческий талант очень востребованы в этом проекте. В этом году мы отобрали 11 творческих работ, 11 стихотворений и учредили специальный приз Ассамблеи народов Евразии. Автор стихотворения из Беларуси Ирина Савченко. Ее рассказ об авторе будет опубликован в журнале «Агрегатор счастья», который выходит при поддержке Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии. Стихотворения других 10 призеров будут напечатаны вместе с изображением соответствующих картин на специальных открытках, которые называются «Письма счастья». Ассамблея народов Евразии считает все инициативы международного арт-проекта «Ангелы мира» очень интересными и востребованными. Самое главное, что эти инициативы, эти конкурсы помогают людям друг с другом поддерживать нормальные человеческие отношения, творческие контакты и, самое главное, дружить. Я желаю всем участникам конкурса новых творческих успехов, а самому проекту новых друзей, новых интересных форм и, конечно же, развития проекта в дальнейшем.